Всем привет, с вами канал Все про Android и коротенький обзор абсолютно нового приложения от YouTube, то есть приложение от Google, которое называется YouTube Kids. Приложение было выпущено 23 февраля. Пока еще русскую версию вы не найдете в Play Market. Я в описании видео дам ссылочку на английскую версию, и как вы понимаете, приложение пока еще только на английском языке, и весь контент, который предоставлен, он в первую очередь показывает нам английские версии там мультфильмов по категориям, то есть это шоу, далее музыка, следующее обучение и следующее это как бы познавательная такая вот познавательные ролики. Все работает довольно-таки неплохо и слаженно. Осталось подождать русскую версию. Чем примечательно, что данное приложение, насколько я понял, не показывает рекламы и есть возможность запретить доступ вашим деткам к данному приложению, к его настройкам по вводу определенного пароля. Настроек, в принципе, немного. Это можно выбрать фоновую музыку, эффекты звуковые, включить поиск и, как я уже говорил, что основное это вот такая вот возможность по коду, только если ваши детки еще не доросли до этого, тогда вот по коду можно включать еще таймер. То есть основная возможность и основные преимущества это тем, что вы, не закрывав доступ к YouTube, сможете контролировать контент, который просматривают ваши дети на YouTube. То есть мультики, образовательные программы, что там еще, музыка образовательная, развлекательные шоу, все разделено по категориям. Как я уже сказал, пока только на английском языке, но я думаю, что скоро выйдет и на русском, и контент будет в основном русский, в зависимости от региона, где данное приложение было установлено. Есть возможность вот так вот установить таймер просмотра. То есть, если вы поставите таймер на 30 минут, то через 30 минут просмотр просто выключится. И необходимо будет перестраивать таймер для того, чтобы данное приложение перезапустилось. По поиску все ищется прекрасно на русском языке. Голосовой поиск, так как версия английская, пишет абсолютно какую-то бредятину пока. Слишком много я, наверное, наговорил. Но, допустим, поиск по русским названиям, он идет и находит абсолютно все, что есть на YouTube, и дает возможность вам найти мультики по названиям. Сейчас мы продемонстрируем. Некоторые мультики. То есть возможность медведь. Можно уже пользоваться и английской версией. Ну, как я сказал, что основной недостаток это то, что на заглавном окне показывает контент пока только именно английский. Вот видите, что все находится, все нормально воспроизводится. Никаких особых задержек нету. Но если хотите проэкспериментировать, установив данное приложение на планшетик или смартфон, то есть такая уже возможность по контенту, как я уже сказал, пока преимущественно на английском языке по всем подкатегориям. Работает быстро. Вот этот вот значок, как я уже сказал, по блокировочке. Так что, если у вас возникнет желание, то можно уже установить по ссылочке в описании видео, скачать и проэкспериментировать с данным приложением. Как я уже сказал, это официальная версия от YouTube, так что будьте уверены, никакого вреда данное приложение вашему смартфону или планшету не нанесет. Но уже установив данное приложение, вы исключите возможность того, что ваши дети посмотрят всевозможную дрянь, которую сейчас можно найти на YouTube. Вот такой вот небольшой анонс, так что следите в Play Market, как только приложение появится на русском языке, будет возможность его установить. Вчера и сегодня с утра пока русской версии я не нашел. Так что, надеюсь, видео вам будет полезным. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!